что, на коньяк перешел? Да, рома. Салон тебе. Последний самолет. Здравствуйте. Что, такси твой приехал? Нигде не сбил, братан. Кто? Кто? Как ты думаешь? Заебал. Еще раз спроси. Окей. I love this. Ну, человек любит попить, строго с таким двигается сушником. В общем, сегодня мы уже второй день в Дубае. Эд, что расскажешь, как тебе второй день? Все офигенно. Погода, правда, не самая лучшая. Да? Да. Ты додик, бля. Все знаете, бля, это настоящий додик. Почему это? Слушай, мы эти очки-то засняли, которые я тебе привезла? А? Мы засняли их или нет? А, ты чё в золотом? Смотри, Олег как вырывается. Ramada is next to you. Setup one, eh? Setup one, yeah, please. Hey, Betty! Ребят, какая хуйня? Нет, такая же хуйня, типа. Смотри. Все, блядь, одинаковое все. Так, небольшой разгончик. Перед тем, как мы дойдем до Subway, он находится вон там, но нам придется сделать невероятный круг. Зеон пинк. Good at it is. Че, Олег, кратко расскажи, куда мы двигаем. Что за встреча? По поводу съемок. По поводу каких съемок? Да, до этого пригласили сняться в порно гейском. Вот идем, обговаривать бюджет. Это сказал, если похуй с тобой, кавда и соглашается. Короче, тогда что, сходили с Эдом на встречу по поводу
работы. У нас тут было предложение от одной компании. Вот. Было достаточно неплохое предложение, этому не понравилось, и он теперь, короче, грустит. Что это скажешь по поводу встречи? Не ходил на встречу. Смотрите на этого мамбича, который на красный переходит. Что, расскажи что-нибудь по поводу встречи. Бро. Что? Расскажи что-нибудь по поводу встречи. Встреча прошла охуенно. Попросили посчитать зарплату, которую я хочу в месяц, для того, чтобы жить здесь, в Дубае, и работать на эту компанию. Сколько ты хочешь в месяц? Пока не знаю. Минимально? Не знаю. Минимально 5. А максимально? Не знаю, 12. Но у них нет такого бюджета. Эй, Ержан, просыпайся, заебал. Вот так этот индеец сюда двигается с грязным ртом, блядь. Оказалось, это еще нам свин сетевой маркетинг. Ну его нахуй, где ты кладу мой охта? А ты думал, что он приезжал, да? Ой, приехал. Ты думал, что он приехал? Знаешь, да? Слышишь, что я говорю? Да, что эти слабые коленки. Я на слабые, блядь. Когда я бегу, у меня... Ты вообще видишь, что если я резко так остановлюсь, то коленка слетит, нахуй. Откуда? Вылетит из устава? Да. Почему такая хуйня? Не знаю. Это очень, блядь, страшно, братан. Какой тоже старости. В 23. У тебя горит, бля, ебаная лампа. Выключи его. Мы с тобой глянем в гугле, короче, сколько стоит покататься на джипе. Hey dude, are you going to sleep? Yeah? Want something? Water? Drink? Пить хочешь? Бро. Бро. Тут нельзя спать, по идее. Заебал. Просто лучшая организация, лучший брифинг в моей жизни. Вообще идеальный день. Обожаю работать с Альди Петер. Короче, закончился показ. А Элита сзади, он рассматривает видео со своего показа. Всем привет! Едем на автопати. Сегодня будет дождь. Сегодня я напьюсь. Там вчера был показ, сегодня будет продолжение показа. Ей сегодня вроде как должны вручить награду как лучшему развивающемуся
бренду. Вот, сейчас мы едем как бы поснимать ее лукбук. Потом мы направимся пить пиво в отель. Не было просто, да? Тупо тут же вода же, блядь, пиздец. Да. А сейчас тут, блядь, пиздец. Лучше, чем Бахтал бы все сделали. In the past 12 months, it's been viral everywhere. Everybody talks about Elita Couture, and she truly deserves the award of Best Emerging Brand at the World Fashion Festival Awards, Dubai. I'm so happy to be part of this amazing big event. Thank you so much. I'm so happy. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. You know, Anna, you not give her awards, you give her emotions. That's and once again, thank you very much for the team, for Dr. Mona Al-Mansouri and for everybody being with us. But we are not yet ready. Only few words. What are you saying? New designers here, new models here, someone who start a new business. How did you get your award? Пойдемте фотографироваться. Это наша командная победа. Если бы не ваши фото, если бы не ваше видео, навряд ли я бы получила. Спасибо, ребят. Сюда будем фотографироваться? Пойдем сюда. О май гад, я застрял. Давай одевайся. Я как будто могу идти по ней. Это же пиздишь, да? Че, как погода? Гадли. Хуя в гадли. Хуя в гадли. Так, если не
that I'ma hold you. Better act like you know. Нур-Султан, 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 Нур-Султан. У вас влог? Типа того. Класс. Мама, он сейчас меня съест. Я бы хотел там прокатиться, братан, вкусную еду поесть, пожалуйста. Чтобы изжога не мучила. Загибал ты меня. Как же было бы заебись. Фейл. Вот реально просто идеально, да? Нет, вот так. Не-не-не, вот так. Ладно, ровно сделай, как было. Там было. Нас докопалась полиция, то, что мы фотографировали. Вон это стоит, разбирается с полицейским. А, меня видно, что ли? Да. Все, у нас сегодня последний день пребывания в Дубае. У нас через 5 часов самолет. Мы решили с Эдом пройти, погулять по Дубай Молл. Ой, Дубай Молл, блядь, Эмирейтс Молл. В общем, вот. Если что-нибудь интересное будет, еще подсниму. Чё, братишка, стоишь, по Алмате скучаешь, да? Да? Все, пиздец, жара закончилась, теперь холода, без куртки никуда. Но вроде как обещают завтра 22 градуса тепла.